Гонка на короткую дистанцию «Спринт» бывает не только в легкой атлетике, но и в плавании. В минувшую субботу прошли соревнования на Кубок 10-й спортивной школы. Участвуют более 200 пловцов от 10 до 18 лет. Заниматься этой дисциплиной в Иванове хотят очень многие. Плавание – популярный вид спорта. Из года в год перед дверями школы выстраивается очередь из желающих попасть в бюджетные группы. Из 800 потенциальных пловцов отбирают 300. На сегодня возможности школы таковы, что мы можем принять только каждого четвертого ребенка, который бы хотел бы заниматься плаванием. Конечно, для Иванова проблема бассейна стоит на сегодня до сих пор остро. Заплывы буквально каждые 3 минуты. Преодолеть расстояние в 25 или 50 метров можно любым стилем. Победителем считается тот, кто приплыл к финишу первым. Штрафных баллов члены жюри не ставят. А вот тренеры делают пометки, какие ошибки сделал ученик. На занятиях после состязаний погрешности подправят. Больше мне, конечно же, нравится кролем на груди плавать. А кролем на груди мне плавать получается больше всего. И кролем я выполнила первый разряд. Нужно, конечно, тренироваться и на суше, уметь подтягиваться, отжиматься. И тогда получится все идеально. Плавание – очень сложный вид спорта. И преуспеть в нем могут только те, кто действительно готов тратить все свое время и силы на тренировки. В 10-й спортивной школе много инструкторов со стажем. Владимир Корчевой преподает уже 50 лет. Мужчина с сожалением рассказывает, что раньше в подрастающем поколении видел больше желания достигать успехов. Раньше как-то были более целеустремленные. Раньше. Правда, и условия были лучше. Лучше. А как же? Спецгруппы были. То есть они в бассейне ночевали, кушали, учились. Классный руководитель был. Вот у такого тренера, одного из первых, 8 человек в одной группе были в этой спец, и все мастера стали. Сейчас звание мастера спорта в школе получают примерно раз в 4 года. Учиться приходят многие, а вот спортивная мечта и сила ее достигать есть не у всех. День спринтера – первая часть состязаний. В течение года воспитанники школы будут участвовать в 18 этапах кубка. Лучших назовут только в конце года. Педагоги рассказывают, такая отсроченная победа не дает пловцам расслабиться все учебное время, заставляет их улучшать промежуточные результаты, а не почивать на лаврах. Мария Смирнова, Андрей Смиволков, РТВ Иваново.